Истец Роза Сорокина обращается в суд с иском о возврате денежных средств в размере 120 тысяч рублей, потраченных на благоустройство жилья. Ответчик Анна Сорокина против иска возражает. Здравствуйте. Прошу садиться. Слушание дела открыто. Вам слово. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Сорокина Роза Павловна. Знаете, я пришла в суд с иском о возврате денежной суммы в размере 120 тысяч рублей за неотделимое улучшение жилья, вот в частности, дома ответчицы. Дело в том, что это моя бывшая свекровь, и вы знаете, после того, как я ее ветхий домик весь облагородила, то есть и вложила в него, восстановила, сделала ремонт хороший, она его продала, и получается, я сбоку осталась где-то, то есть никаким боком меня это не коснулось продажи дома. Ну, начну по порядку все. Давайте. Да, дело в том, что вот с ее сыном Виктором не сложилась у нас жизнь совместная. То есть мы жили, но так получилось, что в каждой семье бывает своему. То сходились, то расходились. И вот в один момент мы взяли, вот так вот развелись, просто вот рукой махнули. Но мы, знаете, мы планировали жить вместе. Дети совместные есть? Да, у нас есть дочь совместная. Угу. Совместная дочь, да. Муж выплачивает алименты на содержание дочери? Знаете, нет, я пока не подавала на алименты, потому что у нас, в принципе, все было нормально. Но этого еще не коснулось. Но я, наверное, это все-таки сделаю. Вот. Просто дело в том, что я работаю, в принципе, у меня работа неплохая, работаю официанткой в кафе, прилично зарабатываю. И вот в течение 2 лет, которых мы вот проживали в этом доме, я этот дом отстраивала, я делала там ремонт, покупала все стройматериалы, вот на сумму 120 тысяч рублей, у меня тут есть и чеки, все квитанции. Вот, то есть я покупала и шифер, покупала двери, рамы, покупала краску, то есть стройматериалы все, как могла, все старалась, делала. Вот. А получилось, что в один прекрасный момент, когда, очередная размолвка с мужем у нас, произошла. Моя бывшая свекровь, она подыскала ему новую пассию, то есть новую невестку. И, кстати, невеста эта работает у нас же в кафе. И мало того, ваша честь, то, что они свадьбу даже сыграли в этом кафе, вот чтобы именно побольнее мне сделать, чтобы меня уколоть как-то еще. Вот. Потом свекровь прознала про то, что я в суд обратиться захочу. Она продала этот дом. А изначально этот дом она обещала своей внучке, то есть моей дочери. Когда вы прекращали брак, вы что, планировали в этом доме жить дальше, что ли? Ну, конечно, мы планировали жить совместно дальше. Ну, просто, что не бывает в семьях, вот ваша честь. Ну, так получилось. Вот развелись мы, потом не оформили отношения, просто жили потом дальше гражданским браком. У вас что, такая семья, это нормально? Развелись, потом зарегистрировали брак, потом опять. Так получилось, ваша честь. Вот, в принципе, я хотела, чтобы и отец у дочери был, и жили мы... Вот, итак, если бы она не вмешалась, мы итак, бы жили бы дальше нормально. Расторгли брак, но продолжали жить вместе. Да, продолжали жить вместе. Но просто в очередную размолвку я ушла, и в мое отсутствие получилось так, что при живой жене муж женился. И получилось, она хахеля себе нашла, да? Получилось, что свекровь семью разрушила, муж мой женился на другой женщине, и она еще и в отстроенном доме в хорошем осталась. А хахеля кто нашел себе, я или ты? И получается, что нам и жить негде, мы ушли теперь в общежитие, где мы прописаны в общежитии были. Мы теперь с дочерью в общежитии живем, То есть я осталась с ним. Документы покажите о том, что вы... Вот все есть, у меня все документы. Вкладывали деньги, передайте мне. Вот у меня все чеки, квитанции здесь, здесь расторжение. То есть вы утверждаете, что вы 120 тысяч рублей израсходовали на... На протяжении 2 лет, с 2008-2010 ремонт этого дома. Год. Да, да, я покупала стройматериалы и делала там ремонт в этом доме. Понятно. Ваши требования ясны, ответчица. Я Сорокина Анна Тарасовна. С иском моей бывшей невестки я не согласна. И больше того, я утверждаю, что никакими стройматериалами мы не пользовались. А все так непросто. То есть вы утверждаете, что с момента прихода в вашу семью вашей невестки, невестка не участвовала в ремонте дома, не вкладывала деньги в улучшение дома и никакого отношения к улучшениям не имеет. Да, я заинтересована в этом была. И больше того хочу сказать, она завела себе хахель, и здесь стоит такая... Такой хахель! Это знакомый человек стройматериалов в магазине, который консультировал меня. Ответчица, одну секундочку, какие конкретно работы были проведены вами и на ваши деньги? Непосредственно крышу мы покрыли. Так. Стены отделали, двери я поставила в этом доме.
То есть непосредственно вот эти рамы оконные, то есть это было сделано... Это соответствует действительности. Нет, ну как же еще она говорит, что крыша шифером была покрыта. Посмотри-ка. Как, что? Каким шифером? Передайте каким мне эту фотографию. Железом. Это фотография не нашего дома. Дом это абсолютно не твоего другой. Дома, правильно. Это дом мой дом. Другой. И ты к нему никакого отношения не имеешь. Ее Хахель выгнал. То есть это не это тот не этот дом. Дом, я не знаю, о котором это, идет речь. Я не знаю, с какого-то скачала. Это не какого интернета? Это дом, который мы построили. Сын у меня строил, да. А вот эти чеки, что она дала вам, это Хахель ее дал чеки. Он на рынке стройматериалами торгует. Да, отстаньте, какой Хахель придумал еще. Такой, какой придумала. Речь идет сейчас о деньгах, которые истец якобы вложила в улучшение вашего дома. Это... Где этот дом находится? Где? Это мне по наследству достался этот домик. Так. Его отстраивал. Сейчас мой этот сын. Дом существует, он существует, ваш. Да. Он ваш дом. Конечно. Вот вы его не продавали? Нет, продавать мы продали. Вы расскажите все, как было. Ничего не могу понять. Расскажите все, как было. Я получила предоплату за дом. А вот все вот эти ее чеки уже, посмотри, датированные. Июня месяца. Она за июне получила, а мне об этом ничего не сказала. И я продолжала его ремонтировать. До лета до самого. Да, а чего ты продолжала? Уже когда... задаток за дом дали. Вот, пожалуйста. Чего ты продолжала вкладывать, когда а дверь были отвечется. Так значит, ваша невестка что, лжет? Конечно, лжет. Угу. Конечно, лжет. А придумал чеки все. Тогда, что, а это чеки, тоже посмотри, фальшивые там, чеки? Июня месяца. Неужели вообще нормальный человек будет вкладывать деньги в то, что уже практически продано. Так я не знала, кто же мне сказал-то про это? А двери что были скажете бы по этому сами. Поводу? Я говорила, как что дом буду продавать. А чеки это ее... Вы как-то можете доказать свою позицию? Да, вот у меня и чеки есть, и есть передайте мне документы, и свидетель есть? И есть свидетель. Ну давайте свидетели сюда. Я покупала стройматериалы. Так, это вот свидетельство. Я покупала стройматериалы в течение 2 лет. Понятно. И свидетели приглашайте. А я в воздух эти деньги выкидываю. А я не знаю, куда ты деньги, какие деньги. Вот свидетель, у которого я покупала стройматериалы. Потому что я не думала, что она такая шустрая будет, еще в суд подаст на меня. Достаточно. Представьтесь. Айвазов Михаил Артурович. Ну, Михаил, что такое произошло и что, о чем вы здесь будете свидетельствовать? Я являюсь предпринимателем, владельцем магазина «Товары для дома». Вот, Анна Тарасовна строила этот дом в 2008 году. Вот, строила, ну, сын строил этот дом и помощник его. Она частенько ко мне приходила, покупала строительные материалы, краски, там, вот, гвозди, доски. Вот, не брала, а квитанции не брала, да? Но она, знаете, как машинально выкидывала эти квитанции, например, да. Ну, понятно, что человеку не дав квитанции, понимаете, человек дом строит, вот. И вот я принес квитанции, вот, которые вот я... Вот 32 тысячи – это доски, а 12 тысяч – это еще краска. А с учетом этого я еще взял на учет то, что у меня состоит. Вот на 2008 году она истратила всего где-то 240 тысяч рублей. Да вот, 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 девушка. Какие-то документы, это не документы, это документы. Что вы делаете? Вот у меня все, документально заверено. То, что я там хранил, что-то взял. Я видел, что этот листок упал, который вырван был. Передайте-ка мне его. Через пристава. Через пристава. Вот, пожалуйста, это 2008 году. От руки нарисовали все там, от руки займите место свое. Документы, говорят. А, там исход... Ни печати, ничего это нет. Это журнал учета, я так понимаю, да? Да, да, да. Да. Понятно. Совершенно верно. Истец, скажите мне, пожалуйста, а какие-либо договоры, аренды, либо какой-то другой договор на праве, о праве пользования вами этим домом. У вас есть с ответчиком? В том-то и дело, ваша честь, что по-родственному все делать-то хотели. На устном? Конечно. Потому что она говорила, что дом она внучке оставит. Ну, ну и что вы скажете по поводу вот этого вот регистрационного журнала? Ну, я не знаю, может быть, о том, она что-то что и хотела, покупала. Может быть, что-то и покупала. Она, может быть, и покупала. Так деньги я давала.
Почему вас напугал тогда факт наличия этого журнала? Да потому что меня уже вывела это, ваша честь. Потому что ни документов, ничего, доказательств нет, она уже начинает придумывать. Я не знаю, что они там написали. А как только появился документ, вы решили его уничтожить? Ну, я погорячилась, может быть, извините, ваша честь. Но суд не будет горячиться и удаляется для принятия взвешенного и законного решения. Прошу всех встать. Кто такой? Оглашается решение суда. Истец обратилась к ответчику с требованием о возврате 120 тысяч рублей за неотделимое улучшение жилья, которое произвела на свои средства. Понятие неотделимых улучшений относится к договорам аренды, лизинга и смежным с ними отношениям. В данном случае у суда не имеется оснований для удовлетворения исковых требований в связи с отсутствием каких-либо договоров между истцом и ответчиком. Я задавал вам вопрос, имеются ли договоры. Вы сказали, что мы делали все по родственному и семейственному. Вы действовали неосмотрительно, вы действовали, по мнению суда, неразумно. Вы могли бы предъявить требования к бывшему супругу, а не к свекрови, но бывший супруг, что вытекает из материалов дела, не является собственником этого имущества. Поэтому я отказываю в удовлетворении ваших требований и призываю вас в дальнейшем действовать все-таки разумно и добросовестно, как это и предусмотрено гражданским законодательством. Решение суда. В исковых требованиях отказать.